Всем привет! Мы сейчас будем завтракать, но, как обычно, поздно, потому что мы утром рано не завтракаем. Сегодня у нас на завтрак яичница с помидорками и вот таким вот бутербродиком, там сальмончик, да? Угу. Да, мы в Старбаксе купили, я один съела, один нет, и вот дома принесли, я его разогрела. Угу. А там яйцо, майонез с... горчица, ну, короче, вкусно. Вкусненький. И сынок тут с вами, рядышком. Кстати, очень много было комментариев о том, что эта конструкция очень выглядит как-то неустойчиво. Нестабильно. Но она очень устойчива. Прям, ну, по крайней мере, пока он такой маленький, очень устойчив. Там, когда он подрастет, уже будем, увидим. Дело в том, что про стоки, коляску... Когда угу. она только появилась, про нее тоже многие писали, что она не внушает доверия и так далее. Ты чего? А в итоге коляска вообще шикарная. Просто все же разработано, все продумано, угу. и безопасность детей тоже продумана. Не будут выставлять, продавать то, что будет приносить. Бред, то, что не протестировано. Ну и плюс ко всему, на всех, вот на этом гаджете, на другом, на этом везде написано, что должно быть под присмотром родителей. То есть все-таки как бы не оставлять ребенка, например, одного вот тут вот. Угу. На всякий случай. Мне кажется, это из каких-то да, соображений. Везде, да. Все, что не покупай. Да. Только в кроватке можно без присмотра. Но опять же, там же камера стоит. Это да. А мы снова в Барселоне, вон Ваня машет вам, и Ваня с Ванечкой едут парковаться и гулять, а я еду на маникюрчик, потому что нужно приводить свои ногти в порядок, они сейчас, конечно, в катастрофической форме, виде, так что иду в маникюр. Ой. Катя сидит сейчас, кормит. Вот я тут уже давно сижу в этой кафешке. Попил кофеек. Вот такой вот ноготочек. Вот и мы сейчас хотим еще немножко прогуляться и поедем уже домой. Сейчас уже сколько времени? Они попали в этот. Почти 6 вечера. Угу. Да, делать, очень-то и легко. Наденешь и там. Я уже успела поесть. Что ты ела? Расскажи. Я ела круассан с сыром и ветчиной. Угу. Немножко Ваня мне поставил вот так вот апельсиновый сыр. Когда я проголодалась, то ты что не делал? Я просто на двоих брал. И сам же и выпил. И кофе с молоком. И кофе с молоком, да. Кофе вот такой и вот такой. А дома я сегодня планирую бульончик варить. Бульон? Да, просто бульон. Угу. Вареной курицей. Круто. Мы сейчас, смотрите, какой классный нашли бодик. Офигенный просто. Да, и смотрите, тут шапка. На шапке очки. Классно, просто нереально крутой. И еще такое трио взяли. Я люблю папу. Но только я люблю папу, да? Да. Люблю маму нету. Ну ладно. Поехали там, с той стороны тоже классно. Мы уже вернулись домой, я покормила Ванечку, тем временем Ваня поставил вариться бульончик. Мы сегодня будем кушать просто куриный бульон. Вот у нас тут окорочок, ножка, бедрышко, сельдерей, лук-порей, морковь и редька. Посолили все и просто теперь варим. Только единственное, что я поставлю, наверное, на более большую конфорку, потому что на этой будет долго это дело все происходить. Ваня
решил почему-то на маленькую поставить. Поставим на побольше. Маленькую можно выключить. И еще мы заехали на заправку и купили хлеб. Он так вкусно пахнет, я не могу. Так и хочется съесть кусочек. И тут, походу, еще что-то Ваня купил. Посмотрим. Хлебушек. Раз. Вон, завтра позавтракаем, наверное, какими-то бутербродиками. Что тут еще? Ваня клюнул на рекламу. Сейчас вам покажу. Я тоже люблю на такие вещи клеваться. В общем, Ваня купил Твикс, две штуки. И в подарок получил кружку. Ой, класс. А что? Вот такие вот покупки муж меня совершает на заправках. Я уже приготовила все для такого легенького супчика. Тут буквально небольшая морковка натерла на терке, луковица, две картошины маленькие и вот такую вот паутинку, вермишельку кинем. Но бульон еще не готов, он еще у нас готовится. Вот, Ванюшка спит, мальчик мой. И пока он спит, Ваня лазит. Ты залез в холодильник в поисках чего-то вкусного? Нет, смотрю, я хотел ревизию навести. Ну, чтобы потихоньку продукты заканчиваются. Овощи, по крайней мере. Мясо все там есть, овощи. Там просто есть у нас колбаска, она очень обветрилась. Я думал выкинуть, но потом подумал, ее можно, в принципе, аккуратненько обрезать и на бутербродик. Тем более мы хлеб купили. Усяша! Веробаска наша. Кто переживает за Пуму, что мы ее не обнимаем и не гладим, не переживайте. Пума получает свою дозу внимания и любви. Правда, уже не так много, как раньше. Выдавливать с Пумы эмоции. В этом ты, конечно, профи. Ой, как темно. Включи свет, Зай. Ничего не видно. Ой, там же. Я подсвечиваю камеры. О, да будет свет. Ай, блин, я совсем забыла. Тут же у нас еще белье, которое постиранное. Нужно убрать его. Это был твой телефон? Нет. Это был пульт? А где пульт от звука? Пульт от звука. Да. Тут нету его. Тут тоже его нет. Блин, если оно сейчас заорет... А, вот, все нашла. Вот. Будет неприкольно. Мы все продолжаем смотреть сериальчик. Да, очень крутой. Да. Кстати, почему ты сказала, что сериал называется «Карточный дом»? Просто я сказала, что «Бумажный дом». А, значит, это совершенно другой есть. А, другой сериал есть, да? Да, я перепутал. Короче, ребят, мы смотрим сериал, который называется именно «Бумажный дом». Да, «Бумажный». Именно испанский сериал. Я сказал «Карточный». Ну, по крайней мере, подписчики сказали, они теперь, были в замешательстве, говорят, а почему Ваня сказал «Карточный», а Катя «Бумажный»? Какой вы сериал смотрите в итоге? Ну, видишь, потому что есть «Карточный» тоже. И «Карточный» — это американский. И мы смотрим «Бумажный», испанский. Сериал. Да. А что ты сюда зашел? Разве она здесь? А, да. Мы же не досмотрели, да? Мы седьмую смотрели. Да, мы не досмотрели, мы поехали ногти делать. Блин! Заново? Или шестую? Не знаю. Я в своем репертуаре, я засыпаю, поэтому мы ставим сериал на паузу. Мы даже чай не попили. Вообще, как так можно? Вообще такое возможно. Ну, еще не вечер. Да, конечно. Ты еще проснешься, не... пойдёшь. Посмотрим. Ладно, все, ребята, я включила, чтобы попрощаться с вами. Жизнь. Ваня, конечно, спать не хочет, но я не могу, я уже вырубаюсь. Так что всем спокойной ночи. Да, всем спокойной ночи, ребята, увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.